Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутупалка. Да, я давно не выкладывал новых роликов, вот сегодня решил выложить ролик по поводу Far Cry 4. Многие задавались вопросом, а где же арена на карте Far Cry 4. Ну так вот, хочу сказать то, что надо там пройти одну особую миссию, у вас откроется арена, а потом при помощи, когда будет у вас 10 ранг на арене, то вам откроется очень интересное оружие. Ну так вот, сегодня серия посвящена как раз этой арене. И мы сегодня с вами будем, участвовать в этих гладиаторских боях, так скажем, чтобы получать ранг и открыть, наконец, это новое оружие. Поэтому ставьте лайк, надеюсь, вам очень понравится. Блин, целый месяц видео не выкладывал. Вот наша арена. Так. Вот, у нас тут три вида у нас есть. Битвы, бесконечные испытания. Ну, конечно же, мы попробуем все эти три вида и начнем просто с битв. Выбираем. Готовьтесь к кровавому зрелищу и предсмертным крикам! Сиди, взять его! Да будет кровь! Первый раунд. Это
Ваше ничтожество победило! Опять! Так, это у нас тут. Дали очков, да, ранг 5 еще у нас. Отлично. Можно залезть в бесконечный. У вас правда что-то тут это. ФПС мало того, да, это надо повысить ФПС, немножко графику убавлю. Far Cry 4 сделал полностью на русском языке. Так, видео. Качество графики. Низко средний. Средний. Сколько подает? Жопа. Высоко. Разница. Эй, мясо, соскучился? Так, битвы бесконечные. У нас вот бесконечные. В бесконечном, я думаю, побольше опыта дадут. Просто очень хочется открыть это оружие. Крутое. Так, типа, ставьте больше, ставьте чаще! Приготавливаемся. Где ваши ставки? Thank you.
больше не играем. Только нам. Извини, бабуль. Ему даже. Так, ну дай. Отлично. Следующее у нас испытание. А испытание не хочет. Давать нам что-то. Только просто за нее побольше опыта дают. А реально побольше опыта дают. Встречайте на нашей арене! Сейчас вы увидите лучший бой в истории Кирата! Довольно ждать! Убивайте! Опа. Не забываем о ставках! Ё-мазай, пец. Так слился. О, даже тут перезагрузку. Пипец. Если вам нужно знать, что вы пришли по адресу. Делайте ставки. Сейчас будет новая большая резня. Сейчас и больше. Осталось несколько секунд.
секунд. Готовьтесь к веселью. Все, вот сейчас им конец. Игра вот-вот начнется. Нужные деньги. Почет среди друзей. Я думаю, сейчас еще...
четвертый раунд. Да, сложно, ребят. Ну, ради Думаю, серия даже такая большая. Блин. Вскоре вы увидите лучшую игру Кирата! Ставку дайте знать. А
теперь гость программы! Ребята, осталось немножко до 10 ранга. Давайте потерпим. Приветствую на арене Шанан. Вы готовы к большому побоищу? 330. Да свершится резня! Отсюда проходит.
победит, сделаете ставку, дайте знать. Развязка раунда явно близка. Ох, аж нутро сводит. Делайте ставки. Кто рискует? Последнее испытание. Сражаться, пока до 10 доберемся. На ремеханах возьмут только лучшие бои. О, нифига себе. Сколько мгновений отнесся пир смерти и славы? Разве не прекрасно, а? Больше крови, больше денег! О, больше ставков, больше куш. Подробно.
Дружище! Я даже не заметил. Пора начать последний раунд! Четырех броневойцев, офигеть. Аджай Гейл, звезда сегодняшней программы. Как долго он будет с нами? Нас ждет кровавая баня. Где ваши ставки? Бой начинается! Я за ним! Нужные деньги? Почет среди друзей? Устройте новую бойню!
вообще офигели, ёлка, боже. 3 штуки зажали.
оружие получить можно. Играется арена. Так скажем, вот смотрите, купить, продать, уникальное, вот Bushman, это и есть вот это вот оружие 10 ранг на арене, надо получить, осталось 3 ранга, 330 косарей, вот эта вот штука, и типа у нас такая винтовка. Ну а, дорогие друзья, ставьте лайки, надеюсь, вам вот серия понравилась. Если хотите еще, напишите в комментарии. Всем удачи, всем пока.